На работе новость прочел в инете. Якобы Филипп Киркоров предлагает отправить на Евро 2019-го, ну, весной, от России Ольгу Бузову. Дожили, блин. Я несколько раз слышал, ну так вот в интернете, в Ютубе смотрел. Иногда она попадает, как она без фонограммы, она пыталась петь. Ну, кажется, мне кажется, у нее даже слуха нет. Если вот, допустим, ей дать «В лесу родилась елочка, спи», строчки 4, да? Я думаю, она не попадет, накосячит откровенно. Но, видимо, у нас, что, законы бизнеса-то в России свои. Главное, чтобы картинка была. И чтоб, что называется, пипел хавал. А по мне, так вот, если посылать от России кого, так это Серегу надо Зверева. У него, во-первых, чувство юмора отпадное. Ну, а во-вторых, он петь тоже не умеет, как и Бузова, какая разница. Но он хотя бы на сцене так нормально смотрится, особенно если каблуки эти свои оденет, да, по 20-25 сантиметров. Там все угорят. В общем, живем весело. Правительство о нас заботится постоянно. Что ни день, то новость. Радует нас. То бомбардировщик в Венесуэлу отправят, то Бузову на Евровидение.